Здравствуйте, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам карту Горящий офис для Майнкрафта PlayStation. После установки этой карты в вашем Майнкрафте появится новая игра, в которой вы должны спастись из Горящего офиса. Да, довольно странная игра, друзья, но все же вы вышли в выходной день на работу. Это вы можете прочитать вот там, в этой комнате. И ваша цель — выбраться отсюда, пока здесь не появился настоящий пожар. Но через несколько минут здесь, на третьем этаже, друзья, появится лава, которая все сожжет на своем пути. Поэтому до этого времени вам нужно выйти отсюда или, можно сказать, даже спастись. Есть также выход на крышу, откуда ее вы можете наблюдать. Ну, лава, друзья, вот она. Она достигает, по идее, медленно. То есть спастись вы можете успеть. Ну, друзья, для этого вам придется немного быстрее двигаться. Даже когда лава прибудет, у вас еще есть время отсюда спастись. По идее, вот так этот офис выглядит снаружи. Маленько я спалил выход. Наверное, все видели эту коробочку. Ну ладно, друзья, это не беда. Все же карта, наверное, дорабатываться уже не будет, потому что здесь уже нечего дорабатывать. Она довольно хорошо сделана. И я сразу вам немного подскажу, что, друзья, как вы знаете, выход на всех офисах, во всех больших зданиях всегда находится на первом этаже. Поэтому срочно спускайтесь туда и смотрите, что с ним произошло на первом этаже. И вот, собственно, оттуда начинается весь экшен. Я не знаю, сможете ли вы за это время спастись. Но, если честно, то я знаю, конечно, где находится ключ, где находится другой выход, друзья, и я прошел ее. Но пройти сможете ли вы, я уже не знаю, потому что лава, когда попадет на третий этаж, это уже будет просто полное безумие. Вы сейчас увидите, что произойдет. Здесь просто начнет все адски гореть, все очень быстро будет гореть, и, собственно, спастись отсюда будет довольно сложно. Как видите, уже сгорел блок, и, возможно, сейчас отсюда польется лава. Собственно, вот это и происходит. Друзья, ну вот на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.